Всем привет! Привет, Дашулечка. У нас сегодня такое событие большое. Ребята, я вам сейчас расскажу, что у нас такое случилось. Наконец-то я буду выступать на сцене. Да, те, кто следит за нашим инстаграмом и группой ВКонтакте, те знают, что Дашенька уже вернулась на вокал, занимается уже. И мы сегодня едем... Мы вчера наконец-то закончили репетицию. Репетицию. И сегодня едем на конкурс, да? Да. Если кто-то еще не переключил это видео, тогда смотрите до конца и узнаете, как я буду выступать. Ну что, вперед! Ребят, также я вам хочу сказать, что я с подругой поеду. Да, будет еще две девочки выступать с нашей студии. А еще у нас сегодня первая прическа. Дашенька, повернись, покажи. Мы попробовали сделать кучеряшки. Да, что-то у нас, хвостики у нас первые, да, появились сегодня. Ребята, вы не заметили, какое у меня платье? Очень шикарное. Ты красотка, Дашуня. Ну что, поехали? Поехали, следите за этим видео. И что, поехали? Вперед! Да. Капуста, зеленая, а ну, люблю, болею.
попала, как на сцене я дрожу. Ручка ходит не туда, ножка ходит не туда. Наша тетя Хайо, говорит, что не беда.